На Тибете мы думаем, что ум и тело — это содержимое и оболочка. Чашка больше не чашка, видите? А как насчет чая? Не хотите? Он все еще чай. Вот именно. В чашке на столе или на полу. Он просто из одной оболочки перешел в другую. Но это все еще чай. Так и ум после смерти переходит в другое тело. Но это все равно ум.